Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Хашимото Кансетсу. Летний вечер. 1941 год. Шелк, тушь, белила. Вертикальный свиток 108 на 127. Поэтичность и непосредственность в сочетании с точностью и расчетом — важные черты стиля Хашимото Кансетсу. Красивы гармоничные переливы теплых и холодных оттенков белых цветов и шкурки животного, тонущие в серых сумерках. Темные выразительные листья и тонкие росчерки кисти, прорисовывающие контуры, демонстрируют, насколько свободно и элегантно художник владеет техникой живописи тушью. Хотя изображение монохромно, ощущение богатства цвета не покидает зрителя. Ну вот такое описание к работе Хашимото Кансетсу «Летний вечер», 1941 год, шелк, тушь, белила, вертикальный свиток, я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, красивая картина. Всего хорошего, до свидания.